Друзья, сегодня у нас с вами распаковка самогонного аппарата. Мне на обзор прислали самогонный аппарат. И самогонный аппарат непростой. Он бюджетный, но с некоторыми интересными штуками. Давайте его распакуем и посмотрим, что внутри в этой посылке. Поехали. Вы на Самогон ТВ, с вами Алексей. На этом канале мы делаем такие напитки, чтобы ваши друзья попросили бутылочку в подарок. И сегодня у нас распаковка. Мы очень любим с вами изучать разные железки, самогонные аппараты, части к ним, различные дополнительные фишки и улучшения. И сегодня у нас с вами распаковка самогонного аппарата. Это самогонный аппарат Organic 2. Мы с вами очень любим изучать новые самогонные аппараты, поэтому я очень обрадовался, когда мне прислали на тест этот аппарат. Спасибо компании Gelicon, которая торговая марка Gradus House, за этот аппарат. Так, ну что, поехали. Вот такая вот посылочка пришла буквально пару часов назад. Я уже не удержался, думаю, надо сделать сразу распаковку и посмотреть, что там вообще внутри. И что, как этот аппарат выглядит в реальности, потому что понятно, что на картинках, на сайтах аппараты все блестят, просто вот не отвести глаз. Так, друзья, ну, чтобы мне здесь немножко хотя бы развернуться, я вот сюда коробочку такую увесистую положу и начнем с вами нашу распаковку. А начнем, что у нас здесь? Царга. Вот двухдюймовая царга. Я вам сказал, что аппарат бюджетный, да, это уже, кстати, вопросы возникают. Двухдюймовая царга, хомут, прокладка, все есть. Давайте посмотрим, что внутри. Здесь, кстати, везде наклеечки ОТК-контролер, что очень приятно. Так, ну ладно, хомут пока не будем распаковывать. А царга у нас... Так, царга у нас 45 сантиметров. Ура! Я победил царгу. Царга раз. Хомутик с ней. Дальше. Пу-бум! Ребята, это фальшдно. Нормальный, да, бюджетный аппарат? Фальшдно. Очень интересно. Уже. Я буду распаковывать все, что сверху лежит, постепенно как бы доставать. Потому что иначе там такая плотная упаковка, что... Просто так не достанешь. Вот такое вот небольшое фальшдно на ножке. Так, есть. Что у нас еще? Давайте пока вот так перевернем, чтобы он нет. Сам куб. Оп. Вот такой. И здесь у нас кран сбоку. И здесь у нас крышка. Она перевернута. Давайте мы вот так это сделаем. Очень хорошо все запаковали, ребята. Молодцы, на самом деле, потому что вы знаете, как у нас почта и некоторые доставщики, так, не поцарапать куб, почта и некоторые доставщики швыряют, кидают, к сожалению, все оборудование, там тарельчатые колонны, например, стеклянные, вообще, это целая отдельная беда при пересылке. Кран вмонтирован просто в упаковку скотчем, вот, поэтому сейчас я его вырежу. Ура, вот наш кран. Так, это нам не нужно. Так, и вот здесь у нас, смотрите, хомут, во-первых, да, что тоже не очень понятно, как на фактически бюджетном самогонном аппарате может быть хомут. И у нас здесь крышка. Та-дам, смотрите. Это у нас фактически тарельчатая колонна мини. Вот вам и бюджетный аппарат. Вот мы освободили нашу колонну, а внутри что-то здесь тоже есть. Вот так вот упаковано. Вот это очень интересная оригинальная часть. Честно говоря, я таких частей больше не встречал. Это называется тарельчатая чешуйчатая колонна. Это как раз ноу-хау этого аппарата. Ну, кроме того, что здесь стеклянная царга, да, что вообще непривычно для бюджетных аппаратов. Вот такая вот, смотрите, чешуйчатая структура. Чешуйки направлены в разные стороны друг от друга, от нижних тарелок.
И все это опускается вот таким образом в аппарат, устанавливается и вот таким образом работает. Смотрите, вот эта царга, она прям вмонтирована в крышку, да, для удешевления, я так понимаю. Поэтому мы вот так вот соберем сейчас и продолжим. И всю эту конструкцию захлопываем. Собрали мы вот эту конструкцию, что дальше? Ух ты, а зря собрали, наверное. Ха-ха. Что это такое? Как вы думаете? Ой, а здесь еще много чего. Сейчас мы с этим разберемся позже, с комплектом. Вот, а что это такое? А это, ребята, я правильно совершенно понял, и вы правильно поняли, это увеличитель куба на 10 литров. Прекрасно, то есть 15-литровый куб, который, в принципе, с купольной крышкой, он становится 25-литровым. Здорово. А что у нас здесь еще? У нас еще здесь дефлегматор. Так, еще один клам. Нам пригодится для сборки. И у нас вот такой вот дефлегматор, смотрите. Причем дефлегматор хороший. 3,6. Ха, 9-трубчатый. 9-трубчатый дефлегматор, смотрите, который можно вот так поставить или на царгу. Здорово. И вот такой вот у нас, вот такая вот у нас голова всего этого. Сам дистиллятор. Да, ну сам дистиллятор у нас здесь начинается уже из оригинальной такой тарельчатой колонны, чешуйчатая называется колонна. Вот, а сама остальная вот часть, как же хорошо Градус Хаус упаковывает свои аппараты. Пупырки просто не жалеют. И это очень здорово. Смотрите, все свеженькое пришло, ничего нигде не побилось. Хотя коробка имеет следы, так сказать, воздействия внешнего. И вот наш дистиллятор сам. Сейчас вот сюда его пока положу. Сейчас мы с вами все это соберем вместе. И здесь еще один кламп. Кламп сразу с прокладочкой. Все очень четко. Вот он комплект еще разных-разных штук, которые нужны. Давайте я вот пока в аппарат подвину. Мы посмотрим, что здесь внутри. Во-первых, то, что вам сразу понадобится, это шланг. Шланг, который сразу подходит, да, отлично, подходит и к холодильнику, и к дефлегматору. Шланга здесь раз, два, три, 4 метра примерно. Это здорово, потому что сейчас уже очень редко в аппараты кладут шланги, кто-то уже филонит, пытается экономить, а это 4 метра, это 400 рублей точно фактически есть в комплекте. Глинтвейн, настоечка, отлично. Спиртометр, ну, маленький, но приятно. 2 термометра цифровых. Давайте потихоньку уже аппарат собирать, пора. 1 термометр у нас сюда становится. 1 термометр у нас вот здесь будет жить. О, отлично. Так, продолжаем. Гидрозатвор. Приятно. Фумлента для установки крана. И сеточка, которая вот сюда, соответственно, будет наматываться. Ну, сетки тут немного, но ее надо в любом случае пилить на 2, то есть на 2 тарелки сетки хватит. Медный попробовать. О, очень классная штучка, смотрите. И очень здорово, что положили. Просто зажимчик, очень удобно. Их 2 как раз. Вот такой вот переходник-дивертер на кран. Причем на любой кран и вкручивается, и накручивается, да, то есть на разные типы кранов. И 2 прокладочки к нему. Ну что вам сказать? Бюджетный аппарат с царской комплектацией. Я посчитаю потом вам, сколько это будет все стоить, да? Но, чтобы вы понимали, вот в такой комплектации, вот в такой комплектации аппарат с 15-литровым кубом, с краном и со всеми вот этими допниками, кроме царги, дефлегматора и фальшна и увеличителя куба, стоит 7850 рублей, что считаю, ну, очень бюджетно для такого качества. Давайте соберем аппарат. 2-дюймовый кламп, конечно, дает серьезные возможности для модернизации.
аппарата. Потому что можно сюда поставить, в принципе, все, что угодно, все, что на 2 дюйма. Вот. Поэтому это очень здорово. Так, а что тут у нас еще? Сервисный талон. Инструкция, книга рецептов, специальная напоминалка. Видно, ребятам много было вопросов, как фумлентой работать. Они написали, про что не было проблем у клиентов. Молодцы. Комплектация меня полностью устраивает. Ну что, вот такой бюджетный аппарат мы с вами распаковали. Organic 2. Бюджетный аппарат в царской комплектации. Обязательно сделаю на него обзор по всем комплектациям. Обязательно подробно посмотрим качество его производства. Все детали рассмотрим, полностью его соберем в разных режимах. Там, и с дефлегматором, и с царгой и так далее. И с увеличителем куба, естественно. И сделаем на нем первую и вторую перегонку. Посмотрим, как он работает в реальности. Еще раз спасибо компании Геликон за предоставленный аппарат. Обязательно все тесты проведем и дадим свои рекомендации и отзывы. Это Самогон ТВ, с вами был Алексей. Подписывайтесь на канал, пишите ваши обязательно комментарии. Я их читаю, лично отвечаю. Пересылайте это видео друзьям, которые хотят начать самогоноварение или уже гонят. Будь добру, увидимся.